на Белой Полунице, реке, если кто не знает. Выехали посмотреть, что тут есть у нас по щуке да по окуню. Щука окунь, да? Такие вот разливы у нас в верхах. Воды, конечно, много. В прошлый раз, наверное, что, полметра меньше было, да? Вот так вот. Посмотрим, подумаем, покидаем. Авось что-то и пойматься. Да, в общем, что-то мы проплыли тут порядочно так, но что-то как-то не густо. И не густо, и не пусто, вообще никак. Окунячки бегают, только и делают, что бегают. Больше ничего и нету. В общем, сейчас кругаля даем. И вот туда, вот тот лесочек, вот оттуда мы приплыли. Но что-то как-то совсем пока никак. Блёсны все те же, хотя поменяли кучу. Ну, что-то какая-то вот фигня нездоровая. Так, ну что, вот он у нас первый улов. Вот такой. Сейчас, если не сойдет. Ты сильно-то не подкручу его. Доставай его. Ну, что-то ты много опять это накрутил. Поднимай уже. Поднимай уже. Что-то вы хороший. Добренький. О. Едовой. На все три крюка. Прям как надо. Черный, хороший. Эть. Вот такой вот горбачик. О, красавчик прям пропозировал. Ну, что, по-прежнему ничего, только вот одну медузу поймал. Такая вот медуза. С корнями выдернул. В общем, такая вот фигня. В общем, вот еще один такой вот. Прям желтенький-желтенький. Но больше что-то как-то не густо. Наверное, травы много. Ну, в общем, вот такое вот. Оно, конечно, хорошо, но маловато как-то. Маловато. И, в общем-то, больше-то, в принципе, и ничего. Где второй? Не вижу, одного вижу. Ну, давай, не мучай, доставай, пацана. Вот такие вот поклевывают довольно-таки. Неплохо, кстати, тоже кинул, так у меня шло там. Шел он два или три раза пытался зафигачить. Ну и так, тихонько так. Да. На ушицу можно уже и на это наловить. Так, ну вот, доплыли мы оттуда, откуда начали. И, в общем-то, не густо, но и не пусто. Наловили окуней. Штука, наверное, два десятка. На этом и закончили. Больно может крак кусаться. И жарко стало. Солнце вышло. В общем-то, как-то так. Такие вот дела.